Ноябрь месяц львы. Что касается львов, то благоприятные дни 3, 5, 11, 14, 19, 23, 30 ноября. Неблагоприятные дни 2, 6, 10, 17, 21 и 25 ноября. Сразу же хочу предупредить львов. Ноябрь месяц для тех львов, кто водит автомобиль, будет достаточно аварийным. Поэтому, пожалуйста, будьте осмотрительны, а может быть даже исключите передвижение на автомобиле. Итак, ноябрь месяц. Ну, ноябрь месяц будет для львов неким таким, как бы, новым отсчетом. Это что-то новое. Хотя, как сказать новое? Вот все то, чему на протяжении вот этого времени, скажем, или своей, даже иногда всей жизни львы учились, оно может быть востребованным в ноябре. Львы поймут, что вот, например, они закончили какой-то один институт, второй, третий, вот они поймут, что это образование они получили не зря. И они, скажем так, начнут немножечко продвигать то, что, казалось бы, ну и неинтересно. А вот то, чем они занимались только потому, что это было престижно, может быть, это было модно, потому что этим, может быть, занимался человек, которому они симпатизировали, от этого они начнут отходить. Что, на что хочется еще обратить внимание, так это на то, что надо себя немножко будет держать, не немножко, а конкретно держать в руках, потому что достаточно повышенная будет нервозность. Вот, знаете, если у вас что-то будет случаться, не дай бог, то оно будет, как говорится, где тонко, там будет и рваться. Если это на работе, то может быть и что-то и дома. И если какие-то склоки, то эти склоки по всему, по всем фронтам. Поэтому дам совет. Случилось что-то, чувствуете, что идут разборки, а вы нервничаете. И, ну, хотя львы, знаете как, нервничает, он не нервничает, а он идет, скажем так, на абордаж, попытки вот это вот все там разобраться, как говорится, всех загрызть. Я бы рекомендовала вам перенести это все на следующий день. Ну, вы знаете, я иногда, люди говорят, я не вру, врут все, да, потому что иногда друг звонит и говорит, пойдем там погуляем, скажешь, что пойдем, не хочу, душу достану, а так придумаешь какую-то причину и нормально, тебя оставили в покое. Вот здесь я львам рекомендую немножечко быть хитрее. Придумайте причину, вы устали, вам некогда, вы себя плохо чувствуете, переносите вот эти склоки на потом, потому что именно ноябрь месяц для вас может, скажем так, быть достаточно... Вы агрессивны, и вот это вот среда, энергетика ноября тоже будет достаточно агрессивной. Милые мои, хорошие мои, держите себя в руках, все будет хорошо. Как говорится, когда знаешь, уже не страшно. Удачи!